А вы знали, что сегодня 27 декабря, день вырезания снежинок? Это сильная новость. Рубрика «Короче, поехали». Оказывается, в мире еще остались страны, где не нашли коронавирус. На сегодняшний день в мире зафиксировано 278 миллионов случаев заражения COVID-19. В это сложно поверить, но еще остались страны, до которых вирус не добрался. Официально таких 4. Это Туркменистан, Северная Корея, а также небольшие островные государства Тувалу и Науру. Ну и до чего техника дошла. В Китае искусственный интеллект будет судить преступников. Робот может сформировать рекомендации по приговору, выписать ордер на арест или проанализировать показания подозреваемых. По данным разработчиков, робот предъявляет обвинения с точностью более 97%, а для его обучения пришлось рассмотреть 15 тысяч уголовных дел. На данный момент робот может расследовать 8 разных преступлений. Беларусь заняла 12 место по рейтингу фейерверков. В 2020-м на долю нашей страны приходилось 0,2% мирового производства этой продукции. Нашей стране удалось заработать 1 700 000 долларов, а в рейтинге Беларусь расположилась между Италией и Данией. Ну а больше всего экспортировал фейерверков Китай – 84%.